Значит, вот мы подходим к Духу Святому. Каким же образом, чтобы мой Дух был вместе со Святым Духом? И если мой Дух подчиняется Святому Духу, тогда мой Дух становится вместе с Ним, как бы сливается в одно, к чему мы и стремимся. А потом он уже влияет. Эта святая духовность идет на мою душу и переходит на мое тело. Естественно, из этого источника не должно выходить ничего плохого. Вот вы знаете, Володя, очень многие люди, как вы говорите, по жизни, по внешнему, по положению, то их называют там преподобными, то старцами, то святыми отцами. То преподобными, старцами, святыми отцами. Да. Потом папами римскими, да, его могут назвать учителем. Филаретами. Кем угодно. Но, как говорит Христос, по плодам их узнаете, да? Аминь. А бывает такое, что человек и благотворительностью занимается. Бывает так, что он даже больше, как говорится, отдает, чем украл. Угу. Вот. Иногда. Да. А иногда нет. А бывает, что он и вроде бы как и неплохой человек. А ну раз на раз не приходится, как ты увидишь внутреннюю жизнь человека? Она же рентгену не подает. Я вам скажу, ибо написано: нет праведника ни одного, ибо все согрешили. Не делами, но верою спасемся, но вера без дел мертва. По делам их узнаете его. А если человек вот делал плохие дела? Угу. Делал. Потом Дух Святой ему говорит: а может быть, хватит. Как ну, Павлу? Ну да. Ну, как апостолу Павлу, да, например? Да, и апостол Павел. Остановись, преподобная Мария Египетская. Там да, очень много например. Грешников покаявшихся. Слушайте, были такие грешники, что они такие... это были просто... Один был так вообще как какой-то, как это говорят, маньяк там какой-то или еще кто. Но вот человек покаялся. Да, и получил голос, сигнал от Святого Духа. Угу. Вот. Что мы будем делать? Мы будем ему постоянно вспоминать его те дела, которые уже в прошлом. Мы будем это делать? Написано, простите. Ну вот. Видите, а опять-таки, если мы судим по хорошим или по плохим делам, на сегодняшний момент мы можем что? Мы можем ошибиться. А если человек сегодня делает и много лет делал блестящие дела? Ну, он ни одного плохого дела не сделал. А вдруг в один день он сделал что-то плохое? Как в этом случае, Володя, вот наоборот. Ну, надо покаяться. Ну, покаяние и молитва. Володенька, к чему я клоню? Весь этот каламбур, так сказать, весь этот лабиринт моих логических выводов, к чему приходит? Духовная жизнь не поддается анализу со стороны. И духовная жизнь, ее невозможно со стороны откорректировать. Абсолютно верно. Это персонально между тобой и Богом. Но стремиться к совершенству мы обязаны. Иными словами, чем же дух отличается от души? Давайте подведем итог по первому пункту, по духу. Вы понимаете, Володя, как я после всех прочтения психологических, психиатрических и прочих, так сказать, трудов, после анализа своей собственной жизни, я прихожу к выводу, что когда мы говорим душа, разум и психика, мы, наверное, имеем нечто одно, какой-то один организм. Ну, скажем так, астральное некое тело. Ну, я выражаюсь уже языком, это можно назвать восточным, да? Угу. Восточная терминология, астральное тело, да? Ну, да. Да. Значит, дух от души отличается тем, что душа, она непосредственно обслуживает тело, непосредственно. Находится ближе к нему, чем дух. Угу. Дух, он выше души, он несколько повыше ее. И он может быть немножечко самостоятельным. Но это же сегмент души, как бы, или нет? Вот где он находится? Я бы сказал бы так. Что это такое? То есть, или вы хотите сказать, что у нас в теле живут два энергетических сгустка, душа и дух?
Но ведь дух, понимаете... Володя, это ближе. Вот второе, вы знаете, может быть, странно звучит. Людям... Звучит очень странно. Очень, Вовочка, очень странно звучит, дружище. Очень странно. Люди многие не понимают. Но когда человек умирает, отделяется дух с душой. Вот, ну, а где-то даже читал в Библии, даже есть такой момент, да, что вот, типа, там, ну, и не написано, что душа покинула, дух покинул, его спустил он дух, помните? То есть везде испустил он дух. Но тем не менее душа на земле не остается, она тоже туда же уходит. Так, а и дух тоже. Ну вот и дух. Значит, дух, он является как бы составной души, но он имеет некое более утонченное от нее отделение, и он как бы главенствует над ней. Ну представьте себе такую картину, что вот мы имеем три сосуда. Один, второй и третий. Три матрешечки, да? Угу. Вот таких три матрешечки. Ну, давайте тогда самую маленькую матрешечку, но очень важную, она же и есть дух. Прилепим немножечко так ближе к второй матрешечке, склеим их, да? Но мы можем их и отклеивать, и склеивать. А потом вставляем в третью матрешечку, это наше тело.